Всем привет, дорогие наши зрители и гости нашего канала. Сейчас мальчик будет выходить ее кормить семечки, вот с мамой купили. Поэтому я повременю, не буду пока выходить. Сейчас маленький мальчик пойдет кормить белочку. Прикормила ее, а меня предупреждали, сказали, прикормишь. Ой, убежала что ли? А, он бросил. Она испугалась, а вот она. Сейчас насыпет мама. В этом году у них зима будет трудная. Ну, как женщина сказала, приходила, когда я кормила белочку, она увидела. Говорит, что трудно будет им в эту зиму. Не знаю, конечно, на что это ассоциируется. Почему так? Грибы вроде бы, ну, то, что есть, пошли. Они там... Ладно, сейчас покормят. Я себе в карман приготовила. Ну, где? Где кусит? Сама поест. Если детки есть, деток покормит. Чудо. Пить, наверное, хочет. Ну, там вода есть у них. А я допью чай, так и не допила. Сейчас допью чай. И пойду потихоньку уже готовиться к закрытию. Мне осталось отработать. Ну, чуть больше часа. Заявку на хлеб нужно сделать. Ну что, пойдемте мы теперь с вами, пока никого нет. Потом чай допью. Вожу вас по магазину с белочкой. Будете писать, надоела нам ваша белочка. А мне не надоела. Я снимаю это на память. Ну и так как я очень люблю белочек. И еще ребятишки очень любят пересматривать. Им-то такое не часто удается увидеть. На. Вот тебе побольше. И да, скакала. Потом все семейство приведешь, да? И зимой будешь приходить. Не бойся ты. Ешь спокойно. Вот так тихо уходит. Да, она не убежит. Она не убежит. Она уже привыкла. Ребенок. Лапки какие. Эй, иди ты сюда. Воду попила? Какой хвост пушистый, красивый. Особенно раз распушит, сложила. Ага, так. Кто-то зовет тебя? Ты чего так? У тебя там, наверное, бельчата где-то. Что ты к звукам прислушиваешься. Да не буду я тебя трогать. Мне нравится, как хвост. Красота. Ладно, пусть кушать пойду. Чай попью, пока никого нет. Ты чего там ворчишь еще? Воды не забудь попить. Все, забываю вам поснимать хозяйственный магазин. Ну, там приличный выбор. Многое что есть, это я там. И здесь у нас еще есть массажный кабинет. Сюда санатория Колос приходят. Там еще вот здесь находится массажный кабинет. Вот. Не убежала? Нет. Пока не доест, не уйдет. Ладно, пойду я попью чай. Холодильник, ведро приготовила, холодильники протереть. Ну, витринные вот эти холодильники. Там потихоньку пол начну мыть. И домой. Видеть будешь, хотела поснимать вам показать. Она прям туда почти ныряет. Чашку в эту. Попьет и опять щелкает. О, вот, вот, вы видите? Вот, сейчас попьет. И снова начнет щелкать. Прям с головой. Ай, звезда. Молодец. Все попьют. Все, наелась, напилась и пошла довольная. Ну, а я сейчас выйду подметать. Всем привет. Всем доброе утро, Каролиночка. Каролина,
Ты будешь здороваться? Каролина, а что ты не здороваешься с нашими зрителями? Поздоровайся, скажи, я собираюсь в садик. У нее там чешется. Она без настроения. Все хорошо? Нет, надо домой приехать, когда поиграю в садике. И помажет. Ну ты привет-то всем будешь передавать? Всем привет. Ждем мы папу. Время у нас 8 часов. 8:20 мы должны быть в садике. Все чешет и чешет. Может, от блестяшек чешется? Нет. Укус. А, укус. Комарик покусал. Укус. Комарик покусал, да? Угу. Юля нас чуть-чуть провожает. Ну. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть идет. Тебе понравилось в детском садике? Да, хоть еще. Хочешь еще? Чешет и чешет. Фенистил, что ли, принести? Ладно, сейчас отключусь. Мы сейчас Каролину увезем и с Сашей едем на похороны. В общем, нам ехать туда около 3 часов в одну сторону. Каролинин рюкзачок, мой рюкзачок. Я уже подруге позвонила, сказала, что так и так. Каролиночку увезем в садик. Сашу дождусь смены и выезжаем. Дорога тяжелая. Ой. У нас на улице сегодня +28. Маечка слышит, что мы за воротами стоим. Наверное, папа где-то едет. Да? Да. Папа наш где-то едет. А вон и папа наш. Да. Вон, нет, прямо смотри. Со стороны магазина папа едет. Летит. Кто едет? Летит. Папа летит твой. Папулечка. Папа со смены летит. Все, мы поехали. Возвращаемся домой. Сейчас заехали в Лучинский монастырь. Поставим свечи и уже продолжим путь. Он находится здесь недалеко. Мы уже здесь были много раз. Пойдем церковь или собор, монастырь там, в котором я крестилась, там поставим свечи. Наверное, очень плохо слышно. Я сейчас переведу камеру и немного вам поснимаю. Здесь есть плитки. Правила для посетителей. Здесь вот церковная лавка. Проходят экскурсии. А там он. Строго запрещается. Так же бы такой юбки молилась. А да, но я же не. Короткая. Ну что сделать? Я не сильно короткая, Жень. Под самое это. Ну, короткая. Не короткая. Все ухожено. Источник, собор Успения Пресвятой Богородицы, часовня, колокольня, храм, трапезная, гостиница есть для паломников. Меня крестили вот здесь. Дай Бог, чтобы открыто было. Пойдем поставим свечи за упокой души Татьяны Владимировны. Территория очень большая. Сегодня не тот день ходить делать обзоры. Но в следующий раз, как приедем, сделаем. Тут не работает. Меня крестили храм святого великомученика, великомученика Дмитрия Солонского. Здесь видно, идет ремонт, а сейчас закрыто. Пойдем сейчас в другое место. Там несколько храмов.
Пойдем в другое место и поставим свечи. У нас время 12 час уже, минут 5-12. В общем, я с работы, Саша с суток. Мы приехали набирать воду. У нас вот такие вот автоматы стоят. Блин, отсвечивает, все, не видно. Ну-ка попробую. Вот такие автоматы, очищенная вода. 4 рубля за литр. Мы карточкой рассчитываемся, потому что здесь в Красноярке техническая вода. Завтра Саша на сутки, а мне на работу, на смену. Ну, Саша подменял просто. Человек заболел, и он подменял. Так все отсвечивает. На улице хорошо. Я уже на работе. На час пораньше приехала, потому что Саша едет на сутки, и я всегда пораньше приезжаю, чтобы на такси не ездить. Сегодня у меня третья смена, и на 2 дня я ухожу на выходных, потому что Каролине завершающие 2 сеанса массажа на ножки. Мы завели дома котенка, похож, такой же серенький. Домой приеду, вам поснимаю, покажу. Здесь вот для котят мой малыш витаминки. Сейчас все почитала. Кстати, да, ногти уже отросли, надо записываться на ногти, менять. Стоит 145 рублей, здесь 60 таблеток, плюс 10 таблеток в подарок. Прочитала, здесь у нас для котят, для кошек, для собак, для стерилизованных, и витамины все есть, и корм, и жидкий, и сухой. Здесь биоритм для хомяков, попугаев. Вот такую вот мисочку купили. Ну, она другого, правда, цвета здесь стояла. Взяли. У нас еще дома есть хомяк. Тоже корм здесь покупали. В клетке сидит, колесо гоняет, тоже поснимаю. Здесь на витрине так, по мелочи. Потому что у нас здесь есть хозяйственный магазин. Лоток купили. В общем, вечером, получается, домой привезли котенка, и вот Саша приехал за мной на работу, и мы здесь на работе сразу же все купили. Еще никак не назвали. Каждая предлагает свои варианты. Сейчас пойду куплю витамины эти и домой вечером привезу. Я здесь почитала. Похож на нашего котенка. В общем, дома буду, поснимаю. Так, у нас дома все хорошо. Все замечательно. Оля была со мной в субботу на работе. Юля была дома с ребятишками. В воскресенье Дима ко мне на работу приезжал. Английским языком позанимались. В воскресенье как бы не товара. И покупателей всегда поменьше, потому что люди отдыхают в воскресенье.
подольше спят и дома находятся со своей семьей. Сейчас пока дождей нету, кто-то на даче порядки наводит в огородах. Ну, а так все у нас, в принципе, нормально. Себя не показываю, потому что заспанная немного. Сегодня в 20 минут восьмого проснулась. Сейчас попью кофе и начну уже работать. Вам всем отличного настроения. Всего вам самого наилучшего. Конечно, часто ролики теперь перестали выходить. Вы меня за это ругаете, но не получается. Каролиночка у нас в детский садик не ходит. Пока дома. На сегодня ветер ураганный по Омской области передают. Вечером вчера тоже Саша приехал, меня с работы забрал. Дождик моросил немного. Видите, как ветер бушует. Надеюсь, вам видно. Ладно, пошла я пить чай. Хватит болтать. Еще раз вам всем отличного настроения. Вот наш Симбочка. Симба. Симба. Это мы на Озон сейчас ездили. Саша это... заказал игрушку. Это Йода. Его игрушка. Йода. Только розовенькая, но других расцветок не было. Только она зеленая. Каролина сидит за своим рабочим столом. Друг Кузя. Спасибо. Заказали там. Купили. Да, пожалуйста. Тоже его белого цвета. Здесь, смотрите, силиконовое вот такое покрытие. И оно, ой, сейчас вам покажу, вот так вот на заклепках застегивается. Легко снимается. Кто? Симба там под столом? Симба. Она рисует, порисовала, там пластилином полепила, снял, помыл и все. Да? Хотела. В садик не хотела. В общем, это регулируемый стол. Такой же регулируемый стул. Каролиночка, привстань, пожалуйста. В комплекте идет вот такая подушечка, она также все крепится, пристегивается. Ой, папа, давай покажем. Не наступите на ногу. Вот видите, там все на заклеп этих пристегнуто. Вот. Так что она не скатывается, ей удобно. Она уже на нем около что, 2 недели назад, наверное, пришел такой стол. Она довольна и вообще ей хорошо. Мы раз перенесли на второй этаж. На кухне все собрались и ее на кухню перенесли. Он легко прям... Да, Дима собирал с Яриком. И Юля в конце помогала. Мама, да? Мама, когда мы касатели были, у меня столько игрушек было. Так у тебя и здесь их столько же много. Ты сюда их выкладываешь и играешь. Да. Да. Удобно? Потом у стола не было касатели. Стол? Стол? Поменьше у тебя был. Ссылку на такой стол и стул оставим в описании под видео. Для деток очень удобно. Ей нравится. Довольны. Видите, у ребятишек тоже такие стулья. Друг Кузя, у Ярика, у Димы. Вот он, да, они занимаются на нем, уроки делают. Да. Такие же почти столики. Да. И столы белые. С пленкой. С пленкой тоже. Только не с кнопочками. У них без кнопочек, а у тебя с кнопочками, да? Да, детский. Нравится? Да. Я песок пока не... Рисуй, рисуй. У нас на улице вечер. Да, уже пора спать. Удобный вообще, прям такой классненький. Дима, мама, можно я за ним посижу? Я говорю, не, это Каролинин, у вас большие столы со стульями. Да. Да, Каролина хотела тоже белого цвета. Комплектом прям удобно вообще. Кому интересно, ссылки будут в описании под видео. Проходите, заказывайте. Тебе все интересно. В этом ролике мы будем с вами прощаться. Увидимся с вами совсем скоро. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Пока-пока. 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 Дима, где там? Пока. Пока-пока.